98% населения села Чирикова-Кузоватовского района трудоустроены. Мужчины и женщины работают в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Свияга». Его организовали еще в 1964 году. В 90-х сельхозпредприятие считалось колхозом, после получило статус СПК. В основном здесь идут династии. В основном все те, кто родители работали, остаются, дети работают. И сам руководитель хозяйства здесь вырос, родился и продолжает. Также все абсолютно, в основном 100% остаются здесь в селе. Сегодня в штате 130 человек. Во владении сельскохозяйственного производственного кооператива 100 гектаров земли, современный парк сельхозтехники. Помимо зерна, здесь занимаются животноводством. В нескольких километрах от мастерских и парка находится коровник. Площадка рассчитана на 1100 голов крупнорогатых животных. Вся структура наша держится на ком? На людях. И здоровье человека – это в первую очередь, я думаю. Вот. Будет здоровый механизатор, будет работа, будет производство и все остальное. Так что мы подумали, посоветовались. Ну, в наше время надо выявить болезнь у человека на начальной стадии, как бы. Выявить и предотвратить болезнь на ранних стадиях в этом году удалось у 5 сотрудников кооператива. Помогла в этом программа «Здоровое предприятие», которое СПК «Свияга» подключилось несколько месяцев назад. Проект помогает сформировать на производстве специальный паспорт, где прописаны условия труда и меры профилактики. После вступления в программу 60 работников кооператива с более вредной профессией – это газоэлектросварщики, мельники, а также специалисты цеха механизаторов, где занимаются опрыскиванием посевов – прошли медосмотр в Ульяновском центре медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни. Ежегодно руководство кооператива также выделяет 10 тысяч рублей на диспансеризацию сотрудников. Также оказываем помощь тем, кто болеет, допустим, есть больные у нас на лечении. Вот. Оказывали в этом году троим механизаторам материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Особое внимание на производстве уделяется питанию. Обед у нас, конечно, каждый день горячий, свежий, все. Мясо у нас в основном говядина. Говядина, ну, щи, борщ мы варим, рассольники варим, ну как тефтели, котлеты, салаты делаем, компот, чай, ну разнообразный, меню разнообразное. Сотрудников кормят по часам. Первый прием пищи в 11:30 утра, второй в 5 вечера. В столовую работникам централизованно привозят на машине, а для тех, кто работает непосредственно в полях, система другая. Рабочий день может достигать до 10 часов, но, как говорится, война войной, а обед по расписанию. Работникам СПК, кто трудится в полях, не приходится, чтобы подкрепиться, возвращаться обратно в столовую. Еду привозят прямо на рабочее место. Проект «Здоровое предприятие» стартовал в Ульяновской области в 2016 году. Сегодня по его принципу, помимо СПК «Свияга», работают свыше 473 предприятий региона. Рената Алиулова, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ из Кузоватовского района.